Всем привет! Сегодня я решила записать еще одно видео о покупках с AliExpress для скраббукинга и для других хобби. И сразу начнем. Первое, что я хочу показать, это вот такие вот бутылочки, спрей-бутылочки специальные. Я заказывала совершенно обычные, простые бутылочки. Не знаю, как они будут в использовании, еще не пробовала, они только пришли, поэтому свой отзыв напишу ниже. До этого я заказывала такие же спрей-бутылочки, но только стеклянные, такие длинные. Они идут такие длинные, косметические. И они мне очень понравились, как они распыляют. Попробую эти. Далее заказала вот такие вот косметические небольшие баночки, специально для Микки, для глиттера, для других каких-то сыпучестей. Очень удобные, но они маленькие по размеру, конечно, это следует учитывать. Но для Микки и для глиттера они вполне подойдут. И сразу я покажу глиттер, который я заказала. Это вот такой вот зеленый глиттер. Ой, не глиттер. А вот такую зеленую Мику я заказала. Цвет елочки. Такой елочный цвет зеленый. Мика 20 грамм. Далее заказала вот такие вот фитильки для свечей. Они достаточно плотные, хорошо стоят. Их очень много. Я думаю, что они достаточно хорошего качества, но я еще ими не пользовалась. И вот такие вот фитильки для свечей я заказала с держателями, с подставочками такими, вот какие-то необычные, такие как деревянные, я не знаю, не пробовала еще. Далее заказала вот такие вот пакетики. В основном я их заказывала для детей, садик, допустим, подарить какое-то новогоднее рождественское печенье или наложить немножко конфеток в пакетик и подарить как маленький презентик. В принципе, я заказывала именно для этих целей. Или можно красиво выложить на тарелку вот печеньки, упакованные в такие пакетики, чтобы они не пылились или не заветривались. Вот. И еще сюда очень удобно входит АТС-ки. Как раз пакетик для АТС-ок подходит. Далее заказывала вот такие вот стеклянные бусины. Или ну, это не бусины, не полубусины. Стеклянные такие штучки для именно для микс-медийных каких-то проектов, для открыток. Очень интересно добавить просто в открытку. Пришли хорошего качества. По-моему, я заказывала 12 мм. Там есть разные по размерам. От самых маленьких до самых больших. Качеством я довольна. Еще я заказала вот такие вот снежинки деревянные. Пришли они сразу с веревочками. Довольна этими снежинками. По размеру они очень такого хорошего размера, они удобно вешаются и на елочку, и удобно декорировать, декор какой-то сделать, также добавить к подарку, подвесить к подарку, заэмбассировать, покрыть глиттером, добавить в открытку. В общем, они такие универсальные, размер такой универсальный. Да, есть немножко чуть-чуть как бы горелости, но совсем немного, совершенно, и с одной стороны совершенно белые. То есть по качеству они очень хорошие, мне понравились. По качеству и по размеру очень хорошо подошли. И далее немножко цветочки. Заказала я вот такие вот цветочки. Розовые, белые, голубые. Вот такие вот по дизайну цветочки.
принципе, да, милые, красивые, на вид очень симпатичные. Но они очень хрупкие, следует учитывать, что они, если их часто трогать, обсыпаются. Но, как ни странно, они дошли в хорошем состоянии, в принципе, не особо облетели. Но в открытке использовать можно, но как потом хранить эту открытку, нужно ее очень аккуратно хранить. А так симпатично. Далее вот такие вот цветочки я заказывала. Но они не очень хорошо склеены между собой, поэтому их разровнять очень трудно, потому что они криво как-то склеены. Но так, в принципе, цветочки где-то в композицию добавить можно. Но не особо. Я бы не сказала, что можно их прям так использовать. Не очень они мне понравились, или даже сказать, совсем не понравились. Далее вот такие вот мелкие цветочки. Они идут на таких веревочках, поэтому если вы хотите, чтобы цветочки держались вот в таком вот букетике, нужно их чем-то зафиксировать, тейп-лентой. Милые цветочки добавить можно, но как самостоятельно использовать нельзя. То есть это куда-то в композицию можно добавить. Далее вот такие вот самые элементарные, самые простые, которые все, наверное, покупали цветочки, но они мне больше всех нравятся. Они очень милые. Не знаю, их можно окрасить любой цвет с помощью алкогольных чернил. Мне они нравятся своей простотой и своей такой милостью. И вот такие вот ягодки я заказывала, то ли это малинки, то ли клубнички. Я заказывала белого нейтрального цвета, поскольку я могу их окрасить также. Ну, стоит учитывать, что вот такие вот штучки, покрытые именно шариками или чем-то еще, они облетают, обсыпаются, поэтому при транспортировке половина ягодок пооблетала. Где-то побольше, где-то поменьше. Но все равно они как-то вот не супер качество. То есть это стоит учитывать, когда вы заказываете такие вещи. Ну, на сегодня на этом все. Увидимся в следующий раз. Всем пока!